Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. И мы сегодня играем в Hunt Showdown 1896. Попробуем все-таки получить эту одну, но, собственно, выполнить эту награду какой-нибудь, правильно? Надо, наверное, идти сразу, может быть, цель выполнять, да? Да, пока мы разобрались, что делать. Вообще, честно говоря, поначалу этот апгрейд разочаровал, поскольку зашли в интерфейс просто ужасно. Он до этого был ужасный, но он очень консольный. Я продолжаю жаловаться на то, что, блин, консольщики убивают вот это все дело. Ака боярин. Своими кривыми этими джойстиками. Вот. А тут еще куча всякого. Если бы, ладно, еще. Он очень неинтуитивный. Да, если бы еще простая игра была, то окей, нормально, как бы. Туда-сюда там не страшно. Но тут же просто 3000 опций туда-сюда, пока. Ну, то есть с кондачку не разобраться. То есть, в принципе, конечно, я уже понял, но, блин, самые первые впечатления просто тебя дезориентируют по-страшному. И то, как ты заходишь в меню оружия, ты заходишь в меню скиллов, там, выбираешь все это дело, ну, какое-то такое непонятное, чем думали товарищи из Crytek. Ёлки-палки, у вас же был кризис. Да. Ну, в смысле кризис у вас был? А был кризис первый, второй, третий. Да. Что ж, дорогие товарищи, наша охота за каким-то непонятным человеком, схватившим нашу награду, продолжается. С нами Хикс, он где-то там подсвечивается, и с нами какие-то непонятные товарищи. Да-да-да, тут рядом совсем уже со мной бегает чувак, я прямо увидел, но не стал стрелять. Так, если ты тут, то ты прям аккуратно-аккуратно, он прям где-то здесь. Я предполагаю, вот слева. Тебя. Он бежал вот оттуда, вот сюда, и здесь исчез. Угу. Вот там я его видел. Да. Надо устроить засаду, настоящую ковбойскую засаду. Да. А играем мы, дорогие друзья. Так, я слышал, кто ты. Showdown 1896. Крупное обновление. Собаки ловят. Да-да, это я ворон сшугнул. Где этот падла, а? А, вон он. Вон он. Попал. Попал еще раз. Еще раз попал. Ты умрешь ты или нет? Красоты, патроны кончились. Там пикни где. Так, сейчас. Вон он бежит. Все, я его убил. Вон. Отлично.
А нехрен бегать с фонариком. Не говори. Ты на Диком Западе или где? Да. Я рядом с ним. Вот, вот он тут бежит. Бежит сзади тебя. К шмоткам к своим. Забили. Это я. Так, а ты его вещи подбирал, что-нибудь смотрел его? Ничего не смотрел, ничего не подбирал. Вот он лежит тут. Мне даже интересно, почему он голый бежал. Тут шмотки теряются, да, получается? Голые. Ага. А другой трупак его где-то тут с горки скатывался. Пойду гляну. Где-то он тут был. Дробовик, два пистолета. А тут три пистолета получается у него с обрезом. Ёпарсы, снайпер работает. Где? Не знаю, но прям твою мать лошадь. Да заткнись ты! Хера у вас там война миров. Никого не видишь, если что, на среднюю кнопку метки ставить. Да я понял. Я уже. Если бы видел, то я поставил. Так, нет, не вижу. А кто-то тут бегает рядом. 100%. Так, я тут ползаю. Так, зомби. Ёпарсы, он в доме. Вот в этом доме. В окно прям меня в лоб встретил. Бил? Нет. Я успел за камень спрятаться. Где-то вот здесь он форточку смотрел. Ага, вон он в вышке. Вот здесь. Понял. Но оттуда выстрелы и были. А, там внизу его жрут. Так, он где-то в доме бегает. Да, тут, правда, монстрятина с моей стороны. Ёп, твою мать, отравили. У меня и патроны кончились. Подожди, а на Е, когда нажимаешь, это что? А, это можно смотреть, куда идти. Да, это видеть.
Так, он где-то снаружи бегает. Я слышал звуки. Это ты кинул? Нет. Он в доме, явно. Так, рядом со мной бежит. Походу. Я вижу его. Где? Сука, он в доме, бляха-муха, промазал. Вот. Убил. Отлично. Так, сзади, сзади, сзади. Это я тут в дом забежал. Нет. Спасибо. Там за углом осторожно. Так, а где патроны можно найти? Ты... Забирай этот. Пистолет, чё? А? Брать патроны для дробовика. Так, не подходит, окей. Молот. Так, что у нас по... Папа. Здесь я не вижу никакого. О, вот. Вот здесь. Ко мне иди. Так, это ты кинул? Нет. Факел. Значит, у нас гости. Спасибо. Снаружи. Ага. В бойские разборки, бляха муха. Так, справа с моей стороны. Я же слышу. Да. За ужин. Может быть. Хотя мне кажется, он пытается нас переиграть. Ладно, пошумим, поиграем наживкой. Давай вот так вот.
И тут этот человек к тебе, этот зомби в железной проволоке. Красавчик. Пойдем двигать, может, к цели? Да, нам цели нужно, нам этого убить надо, который с наградой сваливает. За вот этим холмом. Слушай, а чё они цель не выполняют? Может, они засаду устроили? Может быть. По фану, знаешь. Угу. Ну, перестрелка у нас явно была по фану. Да. Так, кто-то кашлял. Или это зомби, или это кто-то тут горлышко простудил. Но лошадь эта грёбаная как заорала, сволочь. Мы уже у цели, прям вот она. Собрал награду. Это вот он здесь собрал награду. Походу. Значит, он где-то тут.
щенковато впереди. Это очень ярко. Угу. Так, вороны. А, вон он бежит же. Все понятно. Вот молния, где молния, там он и бежит. Значит, можно бежать за ним. Он двигается, да? Потому что я просто смотрю, молния уже уехала куда-то там вдаль. Кусты. Первый, первый, преследуем цель. Лестница на Е, это какой-то вид извращения. Быстро он, однако, бежит. Ты я тут буянин. Угу. Ну, видимо, он уже там где-то на краю карты, поэтому... Я тут всех сманил за собой. Картин на тебе бежал. Смотрю, там далеко я, поэтому уже не скрываюсь. Да, я прям у него на хвосте уже, вот почти догнал. Он, конечно, щемит со всех ног. Сука, бляха-муха, переиграл меня, а? Да он уже на месте, так сказать, ухода, он там на это, на повозке с дилижансом. У него это скорострельная херня, я один выстрел все успел сделать. Черт, убери меня. Прорвануло. Он там, короче, за лошадьми спрятан. Там дилижанс и 4, по-моему, лошади было, или 2. Все, у него очень скорострельный револьвер, имей в виду. Ну, он уже все. Спасибо. Он да через... Куда идти там? Ладно, ну ничего. Я первый раз боюсь. Хотя бы кого-то убили. В прошлый раз, я помню, перестрелка в доме была, там, когда мы играли год назад. Тоже весело было. Но нас тогда прям прижали, я помню, жестко. По жести было, согласен. Угу. Но есть в этом, в этой игре свой... Шарм. Свой шарм, да. Ну, мы так погуляли просто, знаешь. Ну да, ознакомительное. Напарник его, короче, нас отвлекал. Ну, я думаю, сейчас начнем. Надо сразу идти, короче, цель попробовать брать, да? И там уже будет точка встречи, так сказать. А тут смотри, тут получается только мы с тобой... А, нет, еще... Так, а... Все по одному, в принципе, были. Угу. Экипировка. Котфилд, что-то такие медленные. А что-нибудь есть побыстрее? Так, скорость. Количество выстрелов в минуту. Что-то можно было, да? Да.
У него просто такая быстрая херня была, прямо у меня просто тыш-тыш-тыш и все. Ну, какой-то скорострельный револьвер, скорее всего. Ёпарс, тут еще перков тьма, гора просто. Ты видал? Да-да-да, я видал. Какой-то... Господи, это же все изучить, это же мост. Что, вечный мул. Да. На мушке. Да, монстры не видят вас, но могут слышать. Редкий навык. А как мне его взять? А. На большое, одно среднее оружие. Терять патрон. Атаки ближнего боя наносят двойной урон. Позволяет вам бежать с подготовленным бросу метательными предметами. При падении здоровья до критической отметки выносливость немного увеличивается. Если вы потеряли хотя бы одну полоску здоровья, убивать вражеского, для вашего охотника эффект восстановления. Повторюсь, меню явно сделано под джойстики, а это, собственно, своя логика того, как оно используется. То есть ни хрена удобного тут нету. То есть это просто улучшается в ограничении этих джойстиков и, собственно, делается как можно, а не как нужно. Вот, и под телевизоры большие. Просто вот современные GUI-дизайнеры, они просто больны, наверное, этим. Homo 3 тому пример. Да-да-да. Вот. Блин, как купить навык, я не могу понять. Что сделать надо, чтобы его купить? Все, я готов. Слишком много всего, я согласен. У меня есть пара знакомых чуваков, которые прям лютые задроты в эту игру. Притом, ну, я их лично знаю в жизни. У меня нет желания спрашивать у них, чё к чему. Либо самому разбираться. Конечно, здесь очень неинтуитивно. Угу. А ты по управлению, кстати, разобрался? Ну, а чувствительностью? Там... Я просто все на максимум выкрутил, и стало более-менее нормально. Ну, да, я выкрутил основную чувствительность на максимум. А все остальное стало как есть. Ну, прицеливание, там, знаешь. Сильно. Так вообще, конечно, у меня притормаживало. Ну, мне кажется, это тупо из-за памяти, наверное. Ультра HD там было, конечно, так. Хотя у тебя... А, ну, Ультра HD. Можно. Да. То есть, это NVIDIA. Программа NVIDIA вроде как порекомендовала, но, блин... Ну, Ультра выкрутил. Но с DLSS вроде нормально, прям вообще хорошо. Но я не записываю. Ну, может быть, да, здесь, по-моему. Нет, до свидания. Там здоровые зомби. А там зацепка. Она где? Или она за здание? Она вот здесь вот. Вот это вот ведьма. Ой. Саранча! Беги, ненавижу, бляха-муха, саранчу. Саранча сдохла, все, можно забирать. О. Так. Ёлки-палки, это в сарае. А, это я нечаянно. Нашёл? Карта обновлена. А, где мы там находимся? Я не пойму, как по этой карте ориентироваться, честно говоря. А, вот мы синие кружки справа вверху, да? Ну, мы сейчас куда-то...
какого направления? На оранжевую вот эту точку. Я думаю, наверное, не стоит особо тут изучать. Ай, опять это саранчой. Так, слышно выстрелы. Эй, блин, вот ты ее спугнула, она на меня побежала. Ты помочь? Они с какой-то с той стороны вот идут. Тихо. Со 100-200. Меня, кстати, тоже смутило, что собаки лают. Стрельба где-то вдалеке. Где-то 200 вот туда. 240, что ли, 225. Собака, блин. Ай, блин. Ай, блин. Как я ее убил? Там к тебе еще зомбарь идет. Горячий какой-то парень на меня набросился. Он это сразу же накинуло. И не погасить огонь, ничего. Угу. Так, патронов мало уже осталось. Судя по тому, что чуваки там стреляют. У них веселуха, да? Да. Раскрыть свое положение они явно не боятся. Живут на полную, на всю жизнь. На всю катушку, ну, на все бабки. Где патроны найти? Ёп, твою мать! А ну иди сюда, падали. Привет, зомби. Да, зомби. Где-то тут улика. Так, здесь, значит, эти товарищи.
И там изгнание начали, я так понимаю, да? Да. Что по карте? Ну, кстати, в правильную сторону, наверное. Он меня поджег. Да, собака. Как потуши... А, вот. На их, ёпарасоте. Тут болотное чудище меня жрет. Опа. Ну, пиздец какой-то, по-другому не скажешь. Ну. Так, они тут совсем рядом стреляются. Дальше вот мостик, если вдоль реки пойдешь. Тут мостик будет, мы тут можем встретиться с тобой. Я перебежал. Вот. А. Все сзади там что-то. Ну. До горы. Да, где мы там? Да, правильно направление. Вижу. Так, здесь его монстр, осторожно. Они стреляются. Это ты стрелял сейчас? Да. Песики за дороги. Собаки. Тут стены. О, вон убегает. Так что-то мне не нравится этот рык. Шахтер какой-то проснулся. Ой, сука, где? Зажег меня.
вон там лежит. Кто там все рычит? А там еще один такой. Здоровье, здесь аптечка, если нужна. Они совсем рядом. Кстати, навык есть. Хочешь? Какой навык? Какой-то свидетель непонятный. Вот на месте этого монстра, который ты подбил. Наверное, было бы вот здесь вот. Видишь? Угу. Так, а где аптечка была? Ну, давай возьму. Ты тоже, кстати, его можешь взять. А где аптечка была? А вот. А вот там она. Там ты, кстати, ты тоже можешь собрать, я так понял, этот навык. Давай глянем, может быть, его. Круто. Так, я так понимаю, что можно пойти сюда и попробовать развалить монстрятину. Это можно. Фишка. Помимо основной цели, типа. Да. Ну, пойдем. Рейд. Наверное, вон там лифт, по-моему. Сюда, не? Ну? Вроде как молот какой-то взял. Куда он делся? Ой. Смотри, он может поджечь тебя. Вот я от такого же загорелся. Тоже наверх. Ну, в общем, почему я это говорю? Здесь доллары хан. У тебя есть? Угу. Это неправильная шахта. Ёб твою мать, это что за дерьмо такое? Что за адский сатана? Бил? Ага. Он просто поджег все вокруг себя вместе со мной. Ну вот, я с ним уже несколько раз встречался. Да, зомбари. Тут что-то какие-то прямо это пещеры. Ага. Ну, на карте тут видно, что тут какая-то пещерная система.
Они ж в этом Хоругорду. Они ж в этом в трейлере обновления типа хвастали, что у них там вот в пещеру можно заходить, там вместе разваливать какого-то монстра. Так я. Это что за? Тут можно запутаться. А, это я спустился в начало. Понятно. Пока есть там по обойме. Тут можно взять крупный калибр. А где наша цель вообще? Я что-то не пойму. Они уже ее выполнили, типа. Я смотрю, что там. Нам в литейную Кингфишер. Надо вот это вот. Видимо, куда-то туда. Угу. Давай пойдем, что еще? Пойдем. Собственно, вот мы уже и в ней. Так, здесь дикие псы. Не знаю, стрелять, не стрелять по ним. Вот если... Наверняка. Наверняка. Направлении получается. Так, к лошади не подходим, к вот этой. Дай. Это опять напугает. Ой, сзади, сзади, сзади. Да, собака, отойди от меня. Факелом. Сволочь. Сзади, сзади, сзади. Еще одна бежит. Спасибо, предупредил. Шадушка, подними. Нету, я закончусь. Понятно, вроде
Карта показывает сюда, а темное зрение ничего не показывает. Да, у меня тоже темное зрение ничего не показывает. И понятно. Да. Кто это орёт? Вот-вот. Понятные крики. У нас решили поохотиться. Predator Hunting Ground устроить. А, понятно, это собака орёт, которая с осами. Ой, да, вижу. Да отстаньте вы от меня, а! Так ты стрелял? Да, я стрелял. Нормально. Так, внутри это паучье логово. Не стрёмно с моим оставшимся процентом. А у меня есть набор первой помощи. Тебе надо аптечку дать? У меня есть аптечка, но у меня просто вот 4 эти полоски, они... Патроны среднего калибра, если тебе нужны. У меня тоже нет таких патронов. Так, я к тебе иду. Йо, парасете. Кто там? Тут кто-то ловушку какую-то устроил. Я напоролся на нее. Ты в цел? Да, кровотечение. Но уже остановил. Как теперь пройти? Ну понятно, был ли кто, не был ли. Я зашел в дверь, и на меня свалилась колючая проволока. Ты не помнишь, как там собирать эти улики гребаные? А, это просто вы... подходишь и... Он там колдует, F нажимаешь. Баба колдует дед, а ничего она не делает. Забрали уже действительно. А, что это? Кто-то подбили меня. Подбили. О, сука. Видно капкан. Заберите награду, чтобы оживить мертвых товарищей. Но нет. Зачем ты меня покинул? А все, и что мне теперь делать? Меня не оживит теперь. Mm-mm. Какую награду я должен забрать? А если подойти к этой штуке? Какой? Эта штука. Ты можешь не делать? Mm-mm. Ну вот, да, реально непонятно. Тут капканов понаставил. Да, походу. Вот еще капкан стоит. Нас уже тут. И ловушечка. Ну и что делать теперь, я даже не знаю. Типа. Куда идти, главное, непонятно. Видимо, по... Никаких следов а, нет. А что там за след был? А куда-то, куда-то, куда-то. Я случайно нажал пробел. Да, ты посмотри на след.
информационный. Может, игра глюкнула? Подожди, еще раз крутанить. Включи. А вон там тоже два трупика. Дымится. Это два трупика, походу. Может быть, они просто померли? Ой, 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 вот. Твою мать, а? Понаставили тут. Да останавливайте кровотечение, скорее. О, вот, смотрите, что-то там. А, ну да. Да. Ну, видимо, здесь была заруба. Вот еще один. С другой стороны. Да, вон остатки. А где его тело? Он, видимо, съели. А, это, видимо, ну эти. Оружие показывается. Только в этой в одиночной игре можно начинать с нуля и рандомное оружие на практике подобрать и, собственно, на этом вытащиться, так сказать. А тут все оружие. Тут ты тоже что-то дымится, я смотрю. Или это что, непонятно. Уже не дымится. Ты вот он, осторожно ходи. Всякие. Ёлки-палки, и что делать-то? Танец. Действительно, что делать? И что за цель 3 из 4? Непонятно. Одна карта что, показана что? Не знаю, вот это зачем желтым помечено в шахта Ора Горда? Кто это помечено? Может, я пометил. Да, там трупик. Да, вот это Ора Горда, это не знаю, это что-то там. О, смотри, а там туда, еще. Что ли? Еще видишь 3-4 значка. Шахта Лаплат, вот машинная теснина и мельница Силит Ривер. Камни у Донована, вот. Да. А, там значок, видимо, там это улика есть, которую можно взять. Ну, или опечатанный запас шахта Арагорда находится. А вот эти точка с припасами. Напарник, босс, точка эвакуации. И награда. И... И что делать? Непонятно. Непонятно, да. Что-то игра сглюкнула, что ли? Ну. Так, упадет через 13 минут. Нет, да сейчас, да, закруглимся нафиг, если так дело дальше пойдет. Ну просто непонятно, что происходит. Сходи, да. Так, шахты. Вот я вижу. Дымится два, а это, но это дымится то же самое, наверное, два трупа, которые дымились. Вообще не то. Да. Попробуй дойти. Больше здесь ничего не дымится. Паука вроде как убили уже, поэтому иди до по дороге этой. Может, к точке эвакуации сходить? Может, он там где-нибудь помер? Да вот этой оранжевой. Не, не оранжевый, нет.
по дороге иди. По дороге иди, там шахта Лаплата и там треугольничек. Хорошо. Запас вагона. Что там что-то есть? Туди ты найдешь. Безжалостный. Индеец мохито. Все, что я нажми. Ящик с винтовкой. Клятвенный замок какой-то. Что это такое? Вот, у меня тоже теперь прогрузилось. Можно поменять, наверное. Эх, ни хрена, это что-то. Это что за дробовик с оптическим прицелом? Я лучше свою возьму. Так, ну и что делать? Очень понятно. Белые треугольнички это... Угу, это точки с припасами. Ладно, давай быстренько дойду, сейчас просто гляну ради интереса на точку эвакуации. Может он там где помер, если нет, то ну что, закругляемся тогда. Да, да. У нас мало получается. Ёп. Дикие собаки Динго. Опа. Сука. Это было жестко. Патронов больше нет. Я куда вообще я бегу? Не в ту сторону. Блин. Горелый. Да мне вот туда надо. Окей, понятно. Наверх. Как мне это обойти? Обойду лучше с этой стороны, наверное. Ну, вот. Прям с в этой. Прыгай. Через шахту? Да. Там огненный. Хочу отсюда выйти. Escape? Патроны не подходят. Мы, по-моему, здесь были с тобой. Или не поняли, что за херня, что ты еще делаешь? Угу. Да, 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 кстати говоря, мы когда тут шли, когда мы тут с тобой были, мы слышали выстрелы, стрельбу. Я еще говорил, вот в том районе стрельба была, как раз я говорю, 195, так что он, возможно, где-то тут помер. Кто? Да этот дед Максим сраный. С артефактом с нашим. То заметка слева 46 и 2 из 4.
Когда я рядом с тобой был, было написано было 3 из 4. Вот, да. Что это такое? А, что это? Может, под землей? Провалился под текстуры? Так, вон что-то там дымится. Ага. Вот. Может, он упал? Может. С другой стороны лестницы. Понятно. Внизу где-то. Да, это просто эта улика была, да. И все это она светилась. Mm. Ладно. Ну и все получается. Вот я на точке эвакуации и ничего мы не нашли. Да, херня. Ладно, тогда выходим. Ну я потому что не знаю, что делать больше. У меня нет никаких идей. Ну да, хорошая идея эвакуироваться. Как найти жмура? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Предлагаю. Прости, я не нашел артефакт. Короткий. Не смог тебя спасти. И ага. Последнее. Угу. Ханты, пойдем спать. Как тебе такое? Давай. О, матч найден. Да. Для меня корпорация зла только одна. Gearbox. Я не прощу вам, ХВ-3 Gearbox. Да-да-да. Вообще ничего не прощу. Так, мы... конечная станция. Так, по правую руку. Короче, это все примерно то же самое. И карта та же самая, да, я так понимаю? Тут карт мало, на самом деле, очень. Так, опять там эта херня ходит. Вон она. Блин. Ёпарас это. Все нормально. Добрался. Карта обновлена. Да, я этот подсказку взял.
Слушай, раз подсказки в одном и том же месте, значит, чуваки тут, в принципе, кто играет, задроты, уже по картам знают, что где лежит, да? Ну да. Это мы сейчас, так сказать, первооткрыватели, получаем незабываемый экспириенс. Все время хочется правую кнопку нажать, знаешь, чтобы это отбиться. Да. А, у меня кровотечение. А тут еще, знаешь, такое, она отбивается, но, ну, если на кнопку удара нажать, она отбивается, но так медленно. Здоровье, кстати, есть. Как мне свой топорик теперь найти? Куда ты его бросал? Да вот здесь, сумбарей. Ну вот. Трупы еще исчезают так быстро. На самом деле не очень, да, и не поймешь. Был тут, не был кто. Ладно, придется с одним топориком бегать. Что поделать. Так, в озеро я больше не хочу. Уже, да. Да. Я, по-моему, припоминаю этот амбар. Еще карту обновил. Получается, нам в ту сторону идти надо, где слева камни Одоналована какого-то. Гребаная корова. Поджог. Это как это, голова из дума, только вместе с телом. Знаешь, эти черепа летающие. Это дурында. Я, пожалуй, ее не буду трогать. Нам осталось одну подсказку. Есть какой-то монстрюка. Ах ты, ёпарас, это опять тут говно из кустов вылетел со своими этими пчелами. Отвалите от меня. А-а-а-а.
гребаные пчелы. Ты там уток стреляешь? Рванулся по полной как продаже. Подсказка прям совсем рядом. Подсказка в шахте. Я, пожалуй, подожду тебя. За огненные капли падают. Наверх. Да, паутина. Угу. Где же эта гребаная подсказка? Должна быть прямо здесь. А вот и нашел я ее. Че, нас опередили уже? Да, нас уже опередили, да, получается? Ну, пойдем гонять мясника. Хрена они быстро, конечно, нашли все эти подсказки. У них там еще и рядом эвакуационный выход сразу. Может, устроим им засаду? Возле точки эвакуации вот здесь. Главное не шуметь, чтобы они не поняли, что мы там ждем их. Они ведь по-любому туда пойдут. В ближайшую точку, правильно? Нет, я имею в виду вот лесоповал Dead Wolf, где вот там точка эвакуации. Там вот левее, видишь, эта полоска со стрелочкой. Ну да. Бляха-муха, там медведи снизу. Дэдпул. Ни хрена, это что за собаки такие? Все плохо. Какие-то выстрелы полезли. Да они это самое. У них металлические каски. Так, надо уже бежать. Они сейчас побегут туда, мы даже не успеем.
Так, вот дилижанс. Или что это там? Да, с той стороны. Да, вот он прям передо мной, я уже обхожу сверху. Где-нибудь надо тут в кустах засесть, я даже не знаю где. Или... Настоящие разбойники. Так, они вот с той стороны, получается, пойдут. Слева. Я думаю, оттуда из леса выйдут. Ну вон, да. Оттуда и выглядит все. Приходящим. Так, ну они же это самое. По идее, если сейчас сюда придут... как это сказать, не сразу, а 30 секунд у них будет, так что мы можем даже их поближе пустить, по идее. Фактически, да. Так, а у меня же есть подзорная труба. Ну, я надеюсь, они не побегут в другую точку. Хотя на карте что-то там моргает, непонятно. Что это там моргает? По-моему, он в сторону газового завода бежит, нет? А второй типа тут. Да. Кто-то там движется в газовый завод. Это награда там. Второй тут, в берлоге Гризли. Неужели он в ту точку пошел? Ну, судя по тому, что все дальше и дальше отходит. Наверное, да. Второй, ну и что будем делать? Пошли в берлогу Гризли. Пойдем, блин, горелый, а? Отстава. Чего не пошли куда ближе? Да. Опытные. Угу. Не удалась засада. Да. Там вот. Видишь, там какая-то полосочка, одна из двух. Тот, кстати, так и возле газового завода что-то тусуется. Я идет потихонечку вперед. Возможно, очень потихонечку. Какие-то выстрелы справа там вдалеке были. Так, тут на доме стоит. Угу.
А, собаки тут. Тебе? Да, мне пришлось ее убить. Меня пропалило это. Так, я подобрал вторую награду. Не было, что ли? Не, никого не было. Тут награда была просто. Так, они... Шахта Лаплата. Не понял. Может, теперь нам надо сваливать с этой награды? Может быть. Ну, что, пойдем бежать. Сваливать? Побежали, не кирпицы. Сейчас нам засаду устроит. Навряд ли. Ну и что это значит? Типа мы сейчас все пройдем, получается? Какую-то ну, свою награду слушай. Вытащим и все? Свалим, да. Все свалили, походу. Вершите первый контракт в режиме охоты за наградой. Первый пошел. Ну, значит, мы что-то выполнили. Да, мне это фигня. Я там осторожненько думал, сейчас у нас поджидает кто-то, кто там сидит. Да, не, ни хрена. Я тут не понял, как они убежали через центр. Видимо, подумал и пошел куда-то не туда. Надо же. Да. Ну такая специфическая игра, конечно. Я получил большой нож. Да, игра специфическая, но как бы, не знаю, вроде, ну как интересная на самом деле, но в нее прям надо как погружаться, да? Я даже не знаю, как описать словами. Это ну, да. Игра не из того жанра, типа зашел, побегал, пострелял и вышел. Да. Этой игре надо прям выделять конкретно полдня и сидеть в нее играть. Ну или, по крайней мере, очень часто заходили. Ну и... Да, ну и втроем, конечно, наверное, было бы веселее. Еще более.
3 против 3, да? Да. Угу. Что, какие-то продвижения? Что за хрень? Ну, короче, нам наделали всякого. Ну, с одной стороны, похвально, с другой стороны, да, очень усложнили игру, и из-за этого порог вхождения в нее как-то так высоковат. Я думаю, что из-за того, что у игры появилось большое обновление, у нас, собственно, появился шанс что-то где-то там получить. Вот, кого-то настрелять, что-то сделать вообще. Потому что до этого мы заходили, помнишь, там какой-то Ахтунг. Со всем этим. Зашел, убили. Дикий Запад. Убили. Да. И рецензии точно такие же были о том, что типа заходишь, убивает. Типа 10 выстрелов, хрен знает откуда из 10, да? Ну вот. Ну а сейчас, видимо, такие же ложки, как и мы, тоже прибежали, но и что-то у нас даже получаться начало. Но судя, но ты правильно заметил, что если все эти места там достаточно четко понимаем, где они спавнятся, то, наверное, у людей, которые часто играют в эти карты, этих карт довольно мало, собственно, у этих людей появляется огромное преимущество, они там напролом прут, знают куда и так далее. Вот. Ну да. Ну, да. Ну, мне на самом деле не хватает просто режима, который вот, знаешь, как в Left 4 Dead есть режим Versus, или там вот, то, что сейчас Vermintide добавляет вот этот Versus. Да. Хотелось бы просто побегать по карте и выполнить задание там без второй вот этой приставочки ВП, ну типа versus player. Хотелось бы просто ПВЕ. А потом уже, когда наблатыкаешься, уже если сильно понравится, то тут играть... что, прохождение? Прохождение в смысле? Сюжет? Нет, тут нет. Сюжет, или тут где-то глава 1, опаленная земля, история, читать и слушать разблокированные игровые истории. Извини, что я перебил, я просто думал, не понял, сюжет. Ну, какие-то кусочки лора есть, но это так, из разряда. Да. Это не важно, но если очень хочется, то читайте. Вот. Ну да, и хотелось бы именно так, чтобы вот игра была PvE и была игра PvE-VP. Ну, типа, чтобы два разных режима в этом смысле было. Да. Ладно. Это, знаешь, такая смесь вот этих, как этот жанр игр называется, блин, из головы вылетело. Когда... Battle Royale, когда, да, сужается зона, это такая смесь Battle Royale в своей обертке, так сказать. То есть не зона сужается, а цель у тебя все равно встретится в одной точке всем. Да. Тебя поджимает не сужающаяся зона, а время. Потому что другой чувак выбежит раньше. Но даже по примеру тех чуваков, с которыми мы сейчас играли, мы, не зная, но бежали тупо по целям, да? И они все равно успели нас опередить. И мало того, что собрать 3 подсказки, так еще и сразу же прийти и уже начать этот изгнание ведьмы этой или кого там. Да. То есть они явно знали, что делают, и бежали прямо на пролом. Да. Да. Да, пострелушек здесь не хватает, таких прям ПВП. Чисто был бы режим, знаешь, кто кого. Да, дефматч такой, да? Без всякого. Можно было бы устраивать вестерн, потому что вначале прикольно было, когда мы с тем чуваком стрелялись. У меня сразу такой, Дикий Запад начался. Согласен. И он же действительно там засел, выследил нас, с вышки начал стрелять. Прикольно было, я прям такой, нихера на себе, у меня прям мимо ушей пролетел снаряд.
Не, действительно, у тебя совершенно в ином направлении мысль пошла насчет того, чтобы, ну, я вот говорил насчет того, чтобы сделать кооперативную чисто вот эту ПВЕшную, а ты предложил, чтобы сразу ПВП, как бы, да, действительно. То есть это ведь можно было сделать. Таких игр не то чтобы много, а Redemption, да? Такой вот. Красный дед. Да. Ну ладно. 5 часов уже. Давай уже скупляться. Всем спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочие штуки. На сегодня мы Да. заканчиваем. И, в общем-то, присоединяйтесь к нам в следующие разы. Вообще подписывайтесь на товарища Хиггса, на товарища Дреда, то есть меня, ну и так далее. Ну, вы поняли идею. Вам приятно, нам полезно. Вот. И видите, я уже заговариваю, значит поздно, значит надо уже полностью выключаться. Все, тогда. Хиггс, тебе слово. Да, тоже хочу сказать всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите в наш Discord, кооператив Дружба, если хотите поиграть с нами. Мы играем по пятницам, и не только, но по пятницам железобетонно в 11 вечера в разные-разные игры. Поэтому, если есть желание поиграть с нами, переходите, ссылка в описании под видео в YouTube. А ВК Play еще не добавил, ну надо тоже добавить ссылочку. Ну и также, да, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все Всем тогда. пока-пока. Да. Пока-пока.